предлагаем вашему вниманию любовный гороскоп, в котором вы можете узнать все нюансы семейных отношений между знаками зодиака. Не секрет, что характер человека зависит от его знака зодиака, и, соответственно, его поведение в семье может быть напрямую с этим связано. Почему происходят ссоры и чем недоволен в отношениях ваш партнер согласно его знака зодиака? Что ему может недоставать? Этот гороскоп будет очень полезен для всех семейных людей. Зная знак зодиака партнера, вы сумеете вовремя понять, чем он недоволен в отношениях. Овен. Если ваш партнер Овен в последнее время заметно поскучнел и старается избегать интима, то вам лучше сразу поинтересоваться, что не так в ваших отношениях. Испытывая недовольство, люди этого знака просто начинают закрываться. Телец. Когда представитель этого знака чем-то недоволен, он перестает хотеть есть. Если ваш телец начинает отказываться от хороших обедов и перестает радоваться жизни во всех проявлениях, то мы можем поспорить, что он несчастен в отношениях. Близнецы. Если ваш партнер близнецы перестал с вами разговаривать, то это плохой знак. Возможно, его переживания никак не связаны с вашими отношениями, но вы не узнаете, так ли это, пока не спросите. Рак. Если этот любящий и заботливый знак недоволен, то он перестает баловать вас, например, больше не приносит вам кофе в постель или не желает вместе готовить ужин, как раньше. Если это так, возможно, пора поговорить. Лев. Если ваш партнер предпочитает однажды остаться дома, вместо того, чтобы отправиться с вами на какую-то очередную тусовку, вам стоит задуматься. Конечно, такое поведение льва вполне может быть вызвано проблемой вне отношений, поэтому не нужно сразу думать о плохом. Но поговорить все же стоит. Дева. Если представитель этого знака чем-то недоволен в отношениях, то вы сразу это поймете по его сверхкритичному поведению. Что бы вы ни сделали, это будет недостаточно хорошо для девы. Поэтому, если ваш обычно добрый партнер внезапно начал придираться к каждой мелочи, то вам стоит задуматься о своем поведении. Весы. Даже будучи глубоко несчастными, люди этого знака продолжают улыбаться. Однако вы можете заметить, что партнер начал гораздо меньше общаться с вами. Самое время протянуть руку помощи. Скорпион. Когда представитель этого зодиакального знака чем-то недоволен, то начинает заваливать партнера упреками. Поэтому, если ваш скорпион внезапно стал агрессивным или раздражительным, то выведите его на откровенный разговор, чтобы вместе разобраться в проблеме. Стрелец. Если ваш партнер, рожденный под этим знаком, перестает шутить, то это явный знак, что он чем-то недоволен в отношениях. Также на проблемы в личной жизни может указывать внезапный всплеск пессимизма, который совершенно не свойственен стрельцам. Козерог. Когда партнер-козерог недоволен, он перестает пускать вас в свою зону комфорта. Он почти не приглашает вас куда-то, редко звонит и пишет. Если это так, то вы обязательно должны спросить у него, что случилось, и чем раньше вы сможете поговорить об этом, тем лучше. Водолей. Будучи несчастными в личной жизни, водолеи начинают закрываться в себе. Вы легко сможете понять, что ваш партнер чем-то недоволен, если он начнет избегать общения с друзьями. Рыбы. Когда люди этого знака недовольны отношениями, они начинают уделять пристальное внимание своему здоровью и делать то, что позволяет им чувствовать себя лучше. Например, вы можете заметить, что ваш партнер начал гораздо больше спать или чрезмерно увлекся физическими тренировками. Хотим вам напомнить, что люди, к сожалению, не умеют читать мысли, а многие даже явных намеков не понимают. Поэтому, если вы заподозрили проблему в отношениях с партнером, то садитесь за стол переговоров. Вы удивитесь, как много вопросов можно решить таким незатейливым образом. Друзья, чтобы не пропустить новые и самые редкие гороскопы по знаку зодиака, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Увидимся и услышимся в следующих видео. Вы были на канале «Гороскопы».